Всем привет! Это команда Carb Today, мы находимся на водоеме Чернице. Как вы знаете, в прошлом году мы запустили челлендж под названием «Поймал, отпусти». Он уже перекинулся и на этот год, и многие карпятники уже запускают его и передают эстафету дальше. Мы этому очень рады, и мы хотим продолжить эту традицию в 2017 году. Мы сейчас поймали рыбу весом 12 килограмм 425 грамм. Мы ее отпускаем и передаем сейчас челлендж Михаилу Золотухину, Антону Алексееву и Даниле Морозову, всем нашим друзьям, которые делают нам статьи и блоги на нашем портале. И вообще мы хотим передать челлендж всем-всем карпятникам, кто принимает принцип «поймал, отпусти», даже тем, кто еще не принимает, но только встает на этот путь. Если вы видите это видео, вы обязаны поймать рыбу, отпустить ее и передать этот челлендж дальше. И тогда он распространится по всей стране, и больше рыбы будет отпускаться. Ну что, поехали? Поехали. И не забываем ставить хэштег «поймал, отпусти». Поймал. Поймал. Отпусти. Отпускаем.